Знаете, почему многие дети так и не заканчивают музыкальную школу? Потому что не могут выбрать между барабанами и фортепиано. А ведь на самом деле все очень просто. Когда одновременно хочется играть и на барабане, и на фортепиано, получается ксилофон. Встречайте ударно и искусно бьющую палочками не по нервам родителя, а по клавишам ксилофона Александру Макарову. Саша, привет! Витаю! Я просто сразу потянулся за палочками. Мне дико интересно, это вот те самые палочки, которыми играют на ксилофоне. Так. Это какой-то специальный состав. Гума. Гума, обычная гума, да, резина. А материал, из которого делается палочка? В мене з оріху, але є різні види деревини. А еще я слышал, что с помощью этих палочек и ксилофона можно изобразить практически любой звук дикой природы. Так, можливо. Хорошо, в таком случае я быстро, одна нога здесь, другая там, на ксилофоновую фабрику, вернусь через пару минут, а ты можешь не больно стукнуть вот этого молодого человека, чтобы узнать, как звучит Данилевич. Попробуешь? Давай, до встречи на этой сцене. Привіт, Олександр. Вітаю. Ксилофон, він з якої категорії музичних інструментів? Наскільки це коштовна річ? Досить дорогий. В майстра можна взяти приблизно за 30-50 тисяч гривень. А в музичному магазині бувають більш якісніше і за 130 тисяч. Нічого собі. А де ти, пробач, взяла музичний інструмент і гроші на нього? Давай в твоєї мами запитаємо. Мама Олена сьогодні приїхала. Вітаю вас. Вибачте за таке особисте питання, бо не кожен пересічний українець зможе назбирати таку суму. Коли вона була маленька, ми одного разу потрапили на концерт, і там був віртуозний музикант. І вона з відкритими великими оченятами каже: «Мама, що це таке? І я хочу». Вона настільки зацікавилась і вирішила займатися цією справою, що бачачи ці здібності, тобто я прийняла рішення, що я повинна зробити все можливе для того, щоб дитина мала в наявності цей інструмент свій особистий, власний, щоб могла тренуватися, розвиватися. На сьогоднішній день маємо хороші такі здобутки, результати, багаточисленні міжнародні нагороди. Мама не сказала самого головного, що колись їй потрібно було деякий час виїжджати за кордон на заробітки. Я їй за це дуже вдячна. Вона дуже в мене вкладала багато і змогла придбати такий інструмент. Скажи, будь ласка, про що ти мрієш наразі? Я б дуже хотіла гітару. А з масштабного мені потрібна сцена. Я не уявляю своє життя без сцени. Мій колега Андрій Даманський підготував якісь завдання-загадки музичні для тебе. Давай привітаємо Даманського на цій сцені. Александра! Лучший ксилофон из возможных, практически без пробега. Я его раздобыл. Прошу вас. Прежде всего, я хочу услышать вот те самые звуки дикой природы, ну или природы вообще, о которых мы говорили, да? Что можно показать на ксилофоне? Ну, например, кувание зозулі. Покажи, пожалуйста, на ксилофоне. А скольки манерочков осталось? Играй, играй, играй. Ребят, через два часа встретимся, продолжим. Хорошо. Зозуля похоже. А что еще можно на ксилофоне показать? Як білочка гризе горішок. Здорово, давайте поаплодируем. Завороженные сидят, как белочки. А на ксилофоне, значит, можно играть еще и другим концом палочки? Ні. Якщо так грати, то можна поламати палочки. Хорошо, тогда перейдем к музыкальному заданию.
Вот смотрите, у нас есть чудесный здесь такой барабан. На нем несколько секторов, а в этих секторах названия известных песен. Я кручу барабан, выпадает определенный сектор, вы внимательно смотрите на название песни и пытаетесь ее исполнить на ксилофоне. Раз. Кручу-верчу барабан, и первым сектором мы видим Людвига ван Бетховена, симфония номер 5. Бетховен на ксилофоне – это вообще не страшно. Обычно в пятницу «та-да-да-да». Я вас очень прошу, очень сильно прошу, вы можете научить меня играть вступление к пятой симфонии? Ага. Так. Браво! Ну а мы продолжаем крутить барабан, и дальше у нас навстречу к ксилофону выбегает шмель Римского-Корского. Знаете такое? Да. Прошу. Давайте крутим дальше. И это будет, ох, любимая, в частности, дочкой моей, группа Imagine Dragons. Believer называется это произведение. Великие говорят, чтобы стать лучшим, надо много работать. А чтобы стать лучшим в 14 лет, нужно выбрать редкий инструмент и не бояться работать в любых обстоятельствах. Сегодня в круче всех юная ксилофонистка Александра Макарова сыграет на удивительно мелодичном инструменте. А аккомпанировать ей будет диджей Ирина Разумная. Впервые классика и техно на одной сцене круче всех. Желаем тебе достигнуть музыкальных и личных вершин. Да, чтобы один из твоих концертов прошел на вершине горы, где ты вся в белом играешь на самом дорогом ксилофоне, а рядом все те, кто помог тебе достичь этих высот. От нашей программы «Круче всех» награждаем тебя медалью. Но и это еще не все. Подарки от нас на этом не заканчиваются. Ты, кажется, хотела гитару? Хотела. Отлично. Теперь гитара твоя. Медали и подарки для Александры Макаровой в студию. Круче всех, то самое чувство, когда ты на волне.
давайте, наверное, вот так вот пока поставим. Да. Круто. Это сладость. Я подержу инструмент пока. Держи полный рюкзак сладости. То самое чувство, когда ты на волне. Самое главное, наша медаль фирменная, круче всех. По заслугам твоя. Получится.